Всем привет, и если вы смотрите это видео, то вы поняли мой канал, с вами Дрейф, и добро пожаловать обратно в Bleach Brave Souls. Сегодня достаточно объемненькое видео, возможно, по крафту и даже выбиванию новых аксессуаров. Сегодня я улучшил все свои трехзвездные аксессуары, которые у меня были, а их, как видите, много. И также мы пооткрываем одну-другую, может, соточку билетов серебряных, конечно же, чтобы вытащить оттуда, попытаться четырехзвездный аксессуар, желательно шар. Вот. Ну что ж, давайте не будем тянуть и попробуем, посмотрим, что у нас получится при соединении новых аксессуаров. Итак, первый у нас ничего. Делаем дальше. Моя цель — скрафтить побольше новых аксов, желательно в САД, то бишь для ПВЕ. Ну и желательно, конечно, для них выбить СП-30. НАД вещь была бы хороша для... Я даже не знаю, для... Ну и Тора в ПВП, наверное. С добавлением атаки 30. Это я, напомню, вместо какого-то аксессуара, который у меня там стоит. А, вместо этого самого, как его... У меня стоит таблеточка на нем, и вот вместо нее. Так, у нас один только хавчик и всякое ненужное хлам. Такое ощущение, как будто шанс новых аксов очень низкий. О! Отлично! Стул для Айзен. Айзен стул свой потерял. Так, отлично. Первый новый есть. Дальше. Давай еще новеньких. Теншентай. Теншентай, кстати, хорошая вещь очень. Но у меня уже, правда, 4 теншентая оранжевых, поэтому мне он вряд ли понадобится. Также мы будем улучшать на 5 звезд и реролить. Соответственно, ну, если что-то вот угодное выпадет. При том, что надо. Вот для испада стул выпал, но надо, чтобы он был оранжевый. Вот. Да и стул ли нужен? Подожди, там у него сад или над? Так. Что-то как-то у нас очень все плохо. Yes, красный. Сад, отлично, нам нужны стулья. Так, для красной спада теперь у меня, для кастера. Для ульки Уора было бы неплохо, если в ПВЕМ играть. Так. Тут совершенно не важно, с чем соединяешь. Разницы нет абсолютно никакой. А хоть я вот возьму вот это вот соединю. То вообще не важно какой-то. О! Е-над! Для красного ранкара и спады. Червяк этот, как его... Да, червяк. Червяк этого самого, как его, Дондочаки. Так, главное не скрафтить, не соединить с аксессуаром, который у меня на персах надет. Так, еще один. Давай, ну что-нибудь новенькое, давай, ну. Ну, камон. Неужели так трудно сделать новый аксессуар? Пишите в комментариях. О! Ец, для людей. Сейчас у меня красный чат старый будет просто морду всем бить. Ой, не-не. Пишите в комментариях, ну, типа, какие аксессуары... Ну, много ли новых аксессуаров есть у вас? Как вы их добывали? Путем открытия тикетов или витрины кто-то может даже, как я 150 в прошлый раз. Так, Wooden Sword, это для деда. Вот для деда, для ПВЕ, это будет просто чудо. Чудесный аксессуар. Так. Ну-ка. Так, часы опять. Что вы вообще думаете про новые аксессуары? Как вообще, вот что вот вы думаете? То есть, прикольно или не очень? Я считаю, что очень полезно. То есть, повышать над урон или сад урон для... персонажей определенной фракции. Если вы слышите эти звуки, то советую больше не обращать внимания, потому что это раковина булькает что-то. Так, отлично, кастет для человека надо, фиолетового. А кто у меня такой? Никого. Хм, ну окей. Ну, чапик красный, уже интересно. Так, блин, то сосед с обнотики, то это говно. Что происходит? Что не так? Чего мне не дает никто записать нормальное видео? Так, часики, часики, часики. Да что ж такое-то? Ну опять это срань. Да мне не нужна эта собака. Дайте мне новенькое что-нибудь. Хавчик дали, ну конечно. Ой,
А, еще один фиолетовый сворд для Унаханы. Донатс. Пончики, пончики. И Шинчарм. Нет, это старое. Так, у нас уже мало аксессуаров осталось. О, отлично, оранжевый червь. Итак, что у нас тут? Над урон для аранкаров или спады. Ну, слушай, аксов еще много делать, так что, в принципе, давайте. Не теряем надежду и продолжаем крафтить. Денег навалом, так что и добыть их не проблема совершенно будет. Да, блин, а опять пончики. Я сейчас обожрусь, и потом видосов не будет, потому что я умру от ожирения. Так, кстати, я смотрю, что такое вот эти вот все эти конпейто... как это... Вот что такое конпейты? Я думал, это какие-то глиняные шарики, но на самом деле это еда, и это... О, червь синий, над урон для синих. Это, оказывается, конфетки японские какие-то. Мармеладки. Вот. Но тут они почему-то серого мрачного цвета, вон, смотри, какие. Там-то они разноцветные, все розовые, красные, синие, зеленые и так далее. А здесь серые, однообразные все три штучки. Ну, что ж поделать. Еще вот, вот это вот я гуглил, что это такое. Пончик какой-то, пирожок какой-то. А он состоит из теста, рисовой муки, там еще какой-то. Внутри него, короче, всякие вкусная начинка какая-то. В общем, интересная вещь. Это рис, круглый рис в треугольной упаковке. Опять конфетки. Да где ж, блин? В принципе, если сейчас будут плохие аксессуары, мы с вами еще будем рециклить их. Да-да. Именно так. О, синика. О! Для чада в ПВЕ. Ну, в Сенкай Мони, например. Очень даже хорошо. Просто прекрасно. Так, опять рисовый шар. Rice Ball. Рисовый шар. Часы кракурайзеров, хрены в пи... О! Да? Ха, пропустил один аксессуар. Ну вот, и его сейчас с чем-нибудь и вульним. С Хугиоку. Капитанская роба. Так, мне кажется, мне не хватит аксессуаров. Да. Да-да-да. Ну ладно. Бам. Ну что ж, переходим к 4 звездам. И вот все 4 звездные, что мы с вами сделали. Все, что анлокнутые. Вот они. Все, что мы с вами сделали. Их очень-очень... Ну, кроме вот этих двух. Это у меня вот этих трех. Четырех. Ладно. Итак, давайте мы с вами будем рециклить. Итак, поехали. Новые не трогаем, только старые. Красный чапи. Итак. Понятно. Дальше. С пончиками. Все пончики сейчас нафиг уйдут. О! Отлично. Красный меч. Так, держать. Так, пончики Тенштайн и пончики дадут нам часы. Гениально. Так, часы с Хаори. Что же вы дадите? Неужто оранжевый стул? Нет, синюю уточку. Вот это я не буду трогать, я это оставлю. Мне пригодится на Рируку сделать что-нибудь. Потому что у меня только два таких шарика, пилюльки таких. Один на атаку, 31 на СП. Но оба используются другими персами. Так, это... Кому бы мне это... С ними не играю, но я оставлю, пожалуй. Это хороший аксессуар, в отличие от вот этого. Так. Понятно. Опять рисовый этот. Чапи у меня навалом. Понятно. Так. Следующий. Так, с пончиками опять. Пирожки и пончики дали нам Хугиоку. Нормально. Правдоподобно. Еще один оранжевый. Слушай, ну мне только столько мечей-то не надо, в принципе. Поэтому давайте один уберем, рециклим. Ну, слишком много, у меня их уже три. Да, получили мясной... вот эту штуку, да. Мясной пирожок. Еще один мясной пирожок другого атрибута. Камон, да ты чё? Часы. Да что ж такое-то? С крафтом вообще что-то не везет. О! Yes! А, это с Садером, ё-моё, я забыл, это не Нойтори, это с Садером. А какой, как выглядит на... А, червь оранжевый, вот червь оранжевый нужен. А он есть? Да, червь оранжевый есть, всё, отлично. Класс. Класс, 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 супер класс. Вот это ещё я оставлю тоже.
пригодятся. Так, вот с этим. Давай. Да ну эту уточку в жопу. Давай, сделай мячик футбольный, хотя бы один. Это для человека-кастера. Давай, ну пожалуйста. Я тебя прошу. Да не надо мне мишку этого плюшу. Это даже не... Это мишка кому-то принадлежит. Кому? Орехимы. Yes! Синему кастеру. Это же на Ичига Квинси пойдет у меня. А, нет, не пойдет. Вру, не пойдет. Он, блин, он ноафилейшн. А чё им характерно для ноафилейшенов? Серьезно, а я не помню. Чё ноафилам-то нужен? Так. Ну, аксеров ещё много, вон сколько собак ещё. Сейчас накрафтим. Так, еще один зеленый стул для зеленой спады. Окей, оставим. По два точно должно быть. Дальше уже... Нет, не смей ты что. Вот с этим. Компето. Yes, синий мяч. О, да, на синего шинигами. Так, пирожок. Вот с этим. И опять шприц. Клизма. Опять клизму сделали. Так. Серый бюллетень. Конечно, полезно, когда качаешь персов, но... Мне сейчас скачать синих некого. О! Наконец-то! Так, но филейшн оранжевый кастер. У меня таких не гугу. Хотя не, подожди. Есть один. Это этот, как его? А, не, он не но филейшн. Значит, нет, да. Значит, у меня нет подходящих кандидатов. Ну и ладно, оставим на будущее, чё бы. И нет. Так. С книжечкой. Так, осталось немножко, и пойдем открывать. А, билетики, конечно. Так, рецикл. Давай. Сейчас мы еще их все эволюционируем. Да блин, опять. Ладно. Нет, мне столько много не надо. И мне двух хватит. Один с атакой, один с... Тоже с атакой? Это ж надер, правильно? Для надеров. Так, с хавчиком. Давай. Красный Теншентай. У меня есть 4 звездные на будущее. Так. Ну-ка. О! Ее! Для красного кастера человека. Это у нас кто? Хуман красный кастер. Даже не знаю, действительно, кто. Ну ладно. Окей. Так, чего еще осталось? Собачки. А, все, в принципе, последнее. Все, последний аксессуар, да. Вот с этой собакой. Собака и собака дадут нам часы. С чем можно рециклинуть? Чтоб часов не осталось. Давай вот с этим, ладно. У меня 3 штуки есть. Хавори. Окей. Так, ну что ж, вот мы и сделали новые аксессуарчики. Вот они. Новенькие. Давайте теперь их попробуем эволюционировать. И посмотрим, на что, что за допстаты они нам дадут. Да, видео объемное, я сразу сказал. Надеюсь, вам понравится. По аксессуарам у нас очень редко выходят видосы. Так, сразу локаем. Я даже эвольну сразу на 50 уровень. Чтобы зря время не терять. Потому что эти аксы точно пригодятся. Так, оп. Красный меч. Если ты дашь атаку 30, это будет великолепно. Да ладно. Блин, 20. Ну ладно, тоже пойдет пока что. Для начала пойдет. Так, сюда можно и 4 звездные вливать. В принципе, их тоже до хрена. А, так, фиолетовый меч, еще один. Если ты сейчас дашь... У меня на тот фиолетовый у меня выпало стамина 40. Сюда, надеюсь, атака 30 упадет. Но если нет, я расстроюсь. Я расстроен. Дефенс. 6% причем. Отстойно. Ну ладно. Еще все впереди. Ой, бахнем кофейку. Так. Давай. Wooden Sword. Вот для деда вот это очень полезно будет. Ну, атаки бы побольше, конечно, в процентах. Ну, ладно. Блин! Все, не могу. Уже хочу билеты пооткрывать. А может, там выпадет золотой шарик, который нам необходим будет для...
Для чего, я не знаю, для ГК. Вот этот шарик, он невероятно полезен будет для ГК, потому что он позволяет нанести урон по прячущимся под землей мобам. То есть, когда они под землей еще прячутся, вы можете все равно по ним ударить. Так, подожди, это для кастеров. Но с атакой 20. Окей. Вот, то есть этот шар золотой, он позволит... ну, он не золотой, но этот шар позволит нам... Ну, пусть золотой будет, да без разницы вообще. Этот шар, он позволит нам, да, наносить урон по ниндзя, который еще под землей находится. Так, это у нас для кого? Надер. Желательно на атаку, конечно. Ладно, я потом все это прокачаю. Давайте сейчас лучше сразу эволюционировать, а то времени слишком много уходит. Да. Я думаю, через месяцев 5 еще новых аксов добавят. А почему нет? Только вот... Вот надо, блин, аксессуар на скорость, на... Аксессуары, повышающие радиус, например. Атак. То есть не только в скиллах эта способность, а именно вот как аксессуарный бонус. То есть, типа, повышает радиус руки там на 15%, допустим. А почему нет? Круто же. Полезно. Вот. Так что я считаю, что было бы неплохо. И, например, аксессуар на скорость атаки. Да, повышает скорость атаки с руки там, допустим. Ну да, с руки. А еще откуда еще, вы думаете? Так, ну это давайте тоже улучшим. Чтобы мне, если СП выпадет, то будет хорошо. Но я в любом случае его не сброшу. А ставлю. У него выпал атак 30, что ли? А, стоп, мне же атака нужна, правильно? Для Рируки. Для Рируки атака, для Ичига атака. Для Кена СП. У Кена СП есть, у Ичига атака есть, теперь и у Рируки атака есть. Вообще прекрасно, сейчас сразу уволим. Вот это я понимаю, вот это мне нравится уже. Так, вот это у нас для кастеров, оказывается, стульчик. Ну окей, посмотрим. А кто у меня из падок? Аранкар кастер. Оранжевый. Я даже не знаю, но выпала атака 30. Ху-ху! Нормально. Будет мне гиб... Это для гибрида, слушай. Для гибрида можно. Если вам на сад акс падает атака, или наоборот, для нады падает сад, это прям вообще, это топ-гибрид будет у вас. Волос на экране. Фокус 30. Так. Зелененький стул. Оп. Стамина плюс 2. Это, по-моему, самый вообще наиотстойнейший. Хотя нет, самое отстойное это то, что по 6%. Так. Эволюционируем. И смотрим, что у нас тут еще будет. В принципе, чем больше, тем лучше этих аксов на самом-то деле. Больше персов смогу... могут быть одеты и использовать их в различных квестах. Курица. Что нам курица дает? Ничего. Папина какая-то курица, блин. Почему здесь это вообще? Ой, да. Так. Ладно, буду реролить ему, что. Что уж поделать. Так. Так, а я таблеточки апнул? Походу, да. Хм. Где же они? Подожди, это а таблетки где оранжевые? Где оранжевые таблеточки? Я их случайно эволюционировал, даже не посмотрел, что у них они дают. Или я уже забыл? Чего? Да блин, на всех трех червей выпало стамина 2. Это что за бред? Так. Это мне не нужно. И это не с чем лица. Так, подожди, а что у меня? Ну-ка. Во. Атака. Ну ладно, залог мне нужно. Даже видишь, у меня... А, у меня один всего. Тогда тем более пригодится. Так, отлично. У нас есть... Все, мы скрафтили новые аксы. Теперь пора бы их выбить, попробовать. Да, вот он. Вот этот шарик вот очень полезен. Давайте, серебряные, их очень много, поэтому есть что открывать. Итак,
Тут шанс, в принципе, тоже небольшой, совсем небольшой. Я не знаю, увеличивался ли шанс дропа в билетиках серебряных, но... Или только в витрине увеличился, но... Тем не менее, надежды есть. Вытащить 4-звездное что-нибудь. Я тут и 5-звездное доставал, так что... А у нее тут шансов еще меньше. Так. Давай. Ну же. Очень большое открытие билетов серебряных. Да. Так. Отлично. Ничего интересного. Одни пирожки да салатик. Ой, вообще одни 2-звездные аксы. Блин, когда их уже... А, ну их-то убрали из брейвов, но... Брейвы открывать как-то не хочется, я же их каплю все-таки. Возможно, тогда мы и вытащим, когда вот буду открывать к Новому году. Тогда, возможно, и вытащу золотой шарик этот. Я думаю, что да, выпадет. Шанс все-таки на него выше, чем на вот тут. В брейвах-то будет. А уж тем более в золотых билетах. Там 4/5. Да, теперь привыкать надо, что 4/5 это, оказывается, уже все. Это уже золотые билеты, а не разноцветные. Разноцветных пока нет. Скорее всего, будет только как 5-звездный аксессуар там будет. Но я не знаю, будет ли такое вообще. Но очень на это рассчитываю. Что будет именно так. Пусть будет текстурка, моделька, ну, цвет... Иконка будет такого же цвета, как и была 4/5, но уже только 5-звездный. Вот это было бы очень круто. Так, ни одного 4-звездного аксессуара до сих пор не выпало. Мы уже потратили почти 300 билетов. Если уже не 3. Ну, пойдем дальше. Сейчас мы до 1500. Ой, сколько говна у меня навыпадало, конечно, места уже нет. Придется стирать долго все это. Да и ладно, не геморно, но это надо. Блин, вообще ничего не падает, ты посмотри. Скажите, попробуй не скипать, это никак не влияет, смотрите сами. Все, 3 звезды, довольно. Кстати, и тут тоже можно определить. Вот смотри, сейчас определю, сколько это звезд. 3. Бац, и все. Как я это определил? Очень просто. Смотри, если на раз свет яркий, если в большой колбочке яркий свет, когда 2 уже загорелись, значит, это 3. Если свет не такой яркий, значит, это 4. Или 5. Ну, это 3. Я могу предсказывать, сколько это звезд. Давай. 1, 2, это 3. Да, вот так вот все легко. Ну-ка, еще раз. 3. Вот и все. Это не сложно. Это даже проще, чем с персонажами. Наверное. 3. Блин, вообще не везет на аксах. Да у них шансы прям вообще мизерные у всех. Давайте, 700 мест будет забито, и мы тогда перестанем. Хотя я сказал до 1500, поэтому давайте, до 1500 и до 1500. Благо, теперь это возможно. Сколько угодно открывать, пока максимальное возможное количество не заполнится. Так, 1600. Еще сотню, еще почти 200 сливаем. И смотрите, ни одного 4-звездного аксессуара. Я молчу про 5-звезд, но ни одного 4-звездного. А если будет 4 звезды, не факт, что это новый. И далеко не факт, что это будет шар. В отличие от персонажей, открытие аксессуаров проходит в разы быстрее. Нажал скип, оп, уже заново открыл. И все аксессуары уже видны сразу. Слушай, вообще не везет. Я, конечно, понимаю, типа, что ты хотел, это же премиум тикеты, но... Камон. За 400 ничего, за 500, 500, мы, по-моему, 500. Нет, мы даже 700 потратим. Почти 700 билетов потратил и ничего не вытащил. У меня было 2219, по-моему. Сейчас будет 1519, и тогда мы закончим. О, неужели 4-звездный? Ну, только я же тебе говорю, это, опять же, не новый. Ну вот, последние 10, и
Последний уже интересный. Говно. Но зато хотя бы не три. Все, 700 билетов. Ёкарный баба, 700. 700 серебряных билетов. И только 2 4-звездных аксессуара, и то дубликаты. Вот таким вот получилось у нас видео с аксессуарами. Пойду весь мусор сливать, деньги придется... А хотя нет, наоборот, их будет больше. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте по всей ссылке, которая есть в описании, подпишитесь на меня в Reddit. Не забывайте, что ссылка на плейлист есть в описании и в подсказках, и жмите на колокольчик, чтобы уведомления о моих видосах приходили вам всегда, чтобы вы их не пропускали. Все, это был DreyFoyer, игра в Lich Brave Souls. Всем удачи и всем пока!